вот мы с Ваньком в лес. Всем здравствуйте, девочки и мальчики. Вот зашли и пока что видим вот такую картину. Ну, да, Вань? Да. Пока что только такое. Но опять были дожди, опять было прохладно по ночам. О, в пятницу вот после работки решили выйти. Вот идем дальше и сразу еще видим грусть. Ну, что с ним делать? Ну, так как бы зачем? Что это за гриб? Что это за гриб? Еще и переросток. Хороших бы, на крайняк свинушек там, млечников. Ладно, идем дальше. Вот орешки валяются. Орешек мы в прошлый раз насобирали, нам хватит. Ладно, будет что-то, включимся, если будет что-то. Опять сыроежка переросток. Тут у нас рядовка растет. Мы рядовку не берем тоже, но она реально, запах у нее хороший, грибной вкус, ну просто никакой. В прошлом году пособирали, поназакатали, понасушили. Закатки до сих пор стоят, никто их не ест. Насушенное выкинули, потому что, ну ерунда, ну невкусный, блин. Ладно, идем дальше. Вот сыроежечка. Такая вроде более-менее не перезрелая. Как раз красивенькая. Ну, конечно, хорошо, но это все не то. Я собираю тут по чуть-чуть сыроежки. Ну, что-нибудь сделаю с них, хочется грибов все-таки. Но это все не то. Вот еще одна. Нету того, что надо. В этом лесу в позапрошлом году было очень много маслят. Всего в этом году нету. Но, может, еще будет. А в прошлом году вообще ничего не было. Одни рядовки. Всю осень. По крайней мере, у нас на севере Подмосковья. Так, ну вот такие грибы еще попадаются. Я, если честно, не знаю, кто это. А Яндекс пока не грузит картинки. Если кто-то знает, что это за грибы, напишите, может, нормальные. Их реально попадается много. Ну как много, относительно. Ну что, ребята, девчата, удача! Не ожидал. Вот бип, да? Да. Бип. Да, я. Она. Давай, бери бип. Не ожидал. Бери, давай. Вот так. Вот, а вон весь уже червивый, наверное. Сейчас посмотрим. Да. Блин. Удача да неудача. Так, ну тут вот еще стоит такой же. Но он явно уже плохой. Вот еще стоит. Он тоже уже подгулявший. Подгулявшие. Я уже обрадовался, думаю. Ну не может быть. И правда, не может быть. Они подгулявшие уже. Вот еще один. Опа. Ну сейчас ножом порежу, посмотрю. Если нормальные будут, возьму. Да, бип, Ваня, бери бип. Кстати, ребятки, оказались они не червивые. Вполне себе такие нормальные. Там слизнячок был вот один и все. Вот ножка. Она просто уже пустая, но она не червивая. Ну, я такие беру, тем более, что... Так, ну вот еще у нас удачка. Вот такие вот. Что это за грибы, блин? Я реально не знаю. Но похоже, что хорошие и пахнут хорошо. А что бип. Это за грибы? Бип. Да, бери бип, бери. Бип. Не, не ложи, не ложи, Вань. Не ложи. Ау, бип-бип. Ладно, сейчас здесь интернета нет. Попрошу сейчас супруга, чтобы ввела в Яндексе, посмотрела, что это за биби. Ой, да. Не, она... Вот и свинушечка, но это уже не первая. Нет, это млечник. Так, ну вот еще один есть. Но уже и свинушечка попалась. Тут еще один млечник. Пока что будем брать. Пока что будем брать. Пока нет нормальных грибов. Вот еще свинушечка или млечник. Они издалека похожи. Вот это уже
Не, это тоже млечник. Вон у него сок выступать начинает. Млечный. Вот еще один млечник. Надеюсь, что пойдут грибы. Не, ну уже больше стало, чем в прошлый раз. Уже больше. Уже вот как бы. В прошлый раз было мало. Позапрошлый раз вообще ничего не было. Ванек, пошли. Так что грибы, можно сказать, потихонечку начинаются. Но это еще даже и близко не джус, как бы так сказать. Не айс. Так. Ну вот опять удача. Да, Ванек? Да. Давай, бип, бери. Бери бип. Посмотрим. А? О, и бип, и Ну, как бы не совсем и удача. Но все равно нашли гриб. Не, ножка хорошая. Ножку я возьму. Ножку можно пожарить. Би-би. О! Би-то! Не, не буду. Не буду, вон черви лазят. То? Черви лазят. Не буду. Жаль, подберезовичек такой. О, а вот этот полюбас будет хорошенький. Вот какой молодец. Красавец, а? Красавец. А может быть и нет. Сейчас посмотрим. Так. Отдай эти, мама. С какими-то черными точечками я подумал, что может уже сразу червивый. Бывает и такое, как-то жара. И ножка такая. Не, ну что, этот хорошенький был, да. Там прям такой тверденький. Берем его. Так, сейчас еще тут посмотрим вокруг. Ой. Ну и вот сразу еще один подберезовик. Класс. Это прям вообще то, что я искал. Я так хотел их найти. Я уже думал, что сегодня мы ничего не найдем с Ваньком такого интересного. Давай, Ванек, ложи бип. Ложи бип в корзинку нашу. Что там, паучок? Не съел тебя еще? Да. Так, ищем дальше. Хобана, ребзя! Что я вижу, что я вижу? Ай-яй-яй. Ваня, иди смотри, какой бип. Иди, смотри. Он, скорее всего, будет запаршивленный. Такой громадный, перезревший, наверное. Бери бип, бери. Ух ты, какой бип. Ух ты. Да, конечно. Конечно же. Но мы не унываем по той причине, что вот еще два штучки рядом. Ну тоже. Ну тоже. На кое-что похоже. Да. Ножку я возьму. Пожарю. Так. Так, ну а это так себе. Это не годится, уже проеденное. Так, там еще дальше еще какой-то гриб. Сейчас пойдем к нему сходим. Да, бип. Опять же, вот какой-то этот гриб, их что-то так много сейчас. О, вот такой внутри. Я, конечно, не знаю, что это, но мне кажется, вот какой-то желчник, что ли, блин. Не знаю, напишите в комментах, что это. Так, ну, что нам сегодня с Ваньком? Я сначала думал, что вообще ничего не будет. Самый, конечно, бомбовский это вот такой, но я уже жду, когда их много будет, именно вот таких. Потом всякие сыроежки уже собирали, потому что как бы мало грибов. А хочется хоть что-нибудь пожарить. Млечники есть. Потом маслята вот эти огромные или подосиновики. Но они, я их порезал все полностью, но они не это. Не червивые, в общем. Здоровенные, но не червивые. Червивые мы не брали. Так, потом что еще? Ну, один червивый был
подберезовик, я от него ножку забрал, ножка целая. Вот грусть один есть. Ну а так-то в основном млечники. Там где-то пару свинушечек лежит, вот свинушечка. Так, свинушечка. Не, ну этот, конечно, зачетненький. Вот я бы таких вот жду не дождусь, когда вот такие будут. Так, ну еще антика, конечно. Самое лучшее, что нам с вами удается собирать стабильно, это античные вещи всякие в лесу. Ну вот, например, вот такой пакет сегодня. Сейчас еще дойдем до машины и еще подсоберем. Да, Вань? Да. Вот. Ну, например, вот палеозой. Палеозой. Неандертальцы пользовались. Неандертальцы приходили сюда, видать, когда-то на эти места. Гримасничали, тут скакали, бухали и бросали. Потом мезозой. Пятиконтропы тоже, видать, были на этом месте стоянки. Потом это уже вот я уже вижу, вот это вот уже 18 век, это уже литье 18 век. Так, ну и конечно там конечно же есть и современность, так сказать, современность, наши дни, скажем так, это наши дни. Но это кто в наши дни? Это гоморыл и свиносапиенс. Ну их два подвида, оба двухногие. Они, когда гоморыл и свиносапиенс скрещиваются, у них тоже зачастую рождаются, короче, такие же, как и они. И вот так вот получается. Вот, но у нас с Ваньком всегда получается вот античность находить. У нас, кстати, возле дома есть античная лавка. Мы прям приезжаем из машины и туда все сдаем. В конце увидите. Ладно, всем пока, девочки и мальчики. Нормально пособирали. Ну, так, мало, конечно, но лучше, чем ничего, чем 2 недели назад и чем неделю назад. В общем, это был Мытищинский лесопарк. Кто живет на севере Москвы, ну вот так грибков можно уже подсобирать. Уже можно сказать, что они появились. Всем спасибо, все свободны.